Вы сегодня были на занятии масляной живописи в Центре эстетической психологии у меня, Ирина Клементьева. Я вас прошу поделиться с нами впечатлениями. Меня зовут Родион Константинович. Я попал сюда совершенно случайно. Мне привела сюда дочка моя, Ксения Родионовна. Вот. Ну, я думал, сколько тут времени придется провести, думаю, ну... Наверное, будет очень скучно. 3 часа выдержать, а потом еще чай. А на самом деле получилось очень увлекательно. Очень интересное занятие. Всем рекомендую. Вот. У меня даже краски остались. И я вот жалею, что я рано закончил. Еще, конечно, понравилась свобода творчества. То есть, хочешь деревья рисовать, рисуй там все подряд. Хочешь 3 дерева. Пожалуйста, лодку, пожалуйста, трубу на доме, пожалуйста, окошечки, пожалуйста. Ну, просто тут получился какой-то даже, ну, такой человеческий пейзаж. Вот. Кроме того, нас угостили еще стихами про деревенское детство. Вот, вот моя деревня, вот мой дом родной. В общем, все хорошо. Особенно доволен я чаем, приветливостью наших преподавателей. Ирины и Игоря. Спасибо вам. Нам очень важно, что вам понравилось. А во времени мы никого не ограничиваем. Если хочется, можно прямо сейчас сесть и дальше продолжить. Но лучше враг хорошему, да? Ну вот. Ваша работа нам очень нравится. Мы вас еще ждем и будем всегда рады. Ну, это в перспективе. В данный момент я живу там на севере, в Северодвинске, но планирую переехать, да, сюда. Обязательно вас посещу, конечно. Приходите. Спасибо вам. Понравилось маслом рисовать? Даже такое слово какое-то аппетитное, такое масло. В общем, все. Спасибо за внимание.